Всем привет! Сегодня у нас такой шок-контент. На улице, проезжая на велосипеде, на дороге увидел валяющийся разбитый смартфон. То есть его прямо взяли конкретно и разломали. Кто-то конкретно нервничал, психовал, или я не знаю, как это еще назвать. То есть что мы получаем? Было обнаружено на дороге, помимо разбитого дисплея, вот в таком вот состоянии смартфон. Смартфон, судя по логотипу, я сразу понял, что это какой-то Xiaomi или Redmi. Ну и в итоге вычислил, что это Redmi 7A с 2 гигабайтами оперативки и 32 встроенных. Как я это вычислил? Есть методы. Мы имеем полностью материнскую плату. Вот она. Здесь экрана никакого нет. Оторваны все причиндалы, скажем так. Тут передний модуль полностью рабочий. Простите. Здесь полностью повреждена камера задняя. То есть нужно... Вообще, зачем я это показываю, друзья? Я решил попробовать восстановить и кому-то помочь приобрести недорогой из знакомых, у кого совсем нет возможности, за небольшую сумму денег, только за то, что я потратил на материалы, помочь иметь телефон. Для этого понадобится рама, экран, камера и вот этот проводочек. Ну, это по первичному осмотру, потому что я хочу снять материнскую плату. Кнопки тоже здесь целые. Нужен корпус, по сути, рама и экран. И аккумулятор полностью целый. И... не пробитый, хотя покоцанный, видно, что по дороге хорошенько ему пришлось. Здесь в нижней части тоже гнездо нормальное, динамик, все рабочее. Выломано с потрохами, вот это кусок алюминия, как осколок. Я нашел на OLX донора, паренек говорит, что вот такой вот у меня есть разбитый и готовая рама. А, кстати, еще не мог найти вот лоток SIM. Все это вместе мне обошлось, кажется, за 300 гривен. Вот это все, крышка, камера задняя, вот она. Вот сюда поставится шлейф экрана. Мы сейчас что сделаем? Мы все сейчас подключим, поставим и попробую запустить этот разбитый. Что получится? Мне важно проверить, рабочая ли плата. Может, он был поврежден, и из-за этого человек психанул и разломал его. Ну и есть как бы корпус, кнопки в крышке. Вот они здесь виднеются. Все это сейчас поставим. Корпус в хорошем состоянии. Соберем и покажу, что в итоге получилось. Ну что, я уже... собрал и проверил, он запускается. Одной рукой это сложно сделать, но если нажать на эту кнопочку, и ничего там сейчас не отойдет, мне кажется, отошло, то он запускается. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот, смотрите, написано время. Сенсор даже такой разбитый реагирует. Здесь какая-то фотография хозяйки, а может это парня, девушка. Здесь на фото. И сенсор реагирует, все работает. То есть он запустился. Я не вижу, сколько там заряда, друзья. Но с учетом того, что у меня здесь... Так, сколько там, сейчас я скажу. 43. То есть аккумулятор полностью в отличном состоянии. И я могу... 41, да. И я могу смело ставить на зарядку, заказать экран и восстановить. И даже попробовать связаться с хозяйкой, если получится вытянуть данные. Вдруг ей эти данные нужны. Вот такая история. Когда уже будет полностью готов, соберу и покажу вам. Ну что ж, он собран. Экран осталось заказать, поменять и будет работать. Пока Валюша варила и варит еще борщик, вот получился такой вот собрать гаджет. Работает, запускается. Поставил карточку Live и ловит. Интернет можно включить. Включается, все работает, есть звук. Без всяких проблем все кнопочки работают. Донор очень помог. Очень помог донор. Теперь нужно попробовать обойти блокировку, попробовать вытянуть данные. Ну или полностью перепрошить его. И будет телефон. Хозяйка, думаю, вряд ли, когда с ним это произошло. То есть одно дело, если бы его украли, а так явно было видно, что там кто-то психанул. Может парень, может девушка. И просто поломали на коленке его, вот, явно. То есть это не был наезд, это просто физически был вандализм телефону. Осталось здесь еще динамик, он полностью рабочий, слуховой, и вибромотор. Больше здесь ничего нет полезного. Подобрал еще нехватающих шурупиков, чтобы прижать плату. Здесь на крышке имеется вот в этом месте лопнутая крышка, но это не страшно. Все работает, будем восстанавливать и кому-то, может быть, даже подарим. Будет смартфончик. Осталось еще камеру проверить, все ли совпадает, подходит, потому что иногда с таких же моделей на другие модели не подходит. Рад был тоже поделиться с вами и порадоваться. Думаю, у вас получится тоже со мной. Хорошего дня вам.